Здравствуйте, мои дорогие. Видите, какая посылка мне пришла? Посылка пришла аж с Красноярского края, с города Саяногорска. Пришли долгожданные мне абрикосы и не только. Значит, я как-то писала видео, но я и так этого человека знаю, про Железова Валерия Константиновича. Это человек, который сколько? 4 десятка лет занимается косточковыми, а в частности он выращивает абрикосы в Сибири. Весь Саяногорск, вот у меня там брат мой родной, да, весь Саяногорск в абрикосах, ребят. В горах Енисей протекает, красивейшие места. И вот человек 40 лет занимается выращиванием из косточек, и вы знаете, и до сих пор про него мало кто знает, представляете? Вот. А я его знаю, и знаю лично, и с ним знакома, разговаривали, общались. Уговорила, упросила. У меня есть абрикосы, растут в моем саду. Я живу в Башкирии. Абрикосы у меня растут и даже плодоносят. Но таких, как какие у Валерия Константиновича, значит, таких абрикосов, конечно, нет. Они только вот в Сибири, значит, он их выращивает и уже по стране рассылает. Поэтому такого качества абрикосовых деревьев, конечно, я мечтала получить, и я вот получила. Но посылку мне прислал его сын, продолжатель его дела, Сергей. Вот. Сергея тоже знаю. Они вот с Таней, с женой, значит, приняли эту эстафету и выращивают, значит, абрикосики. Значит, для этого был прикуплен еще один дополнительный участок у них в Саяногорске. Вот, и они, значит, занимаются разведением. Ну, лучшего, значит, сорта, которого это, значит, как создал Валерий Константинович, а теперь продолжает Сергей, его сын с семьей, да, очень вкусные абрикосы. Вы обязательно зайдите, посмотрите. В интернете есть о Железове Валерии Константиновичей, о Сергее, его сыне. Очень много есть видео, да. Они показывают свой труд, чего у них там, как, какие трудности переживают. И не только ведь абрикосы, они ведь еще и выращивают персики, вы представляете? Персики. Персики. Русанчик, чтобы я в камеру попала. Хочу показать, какого качества. Я попадаю в камеру, да? Какого качества приходят саженцы. Посмотрите, какая упаковочка. Вот. Сейчас я вам все покажу. Так. Опа. А рассылают абрикосы только тогда, когда листва с них опадает. А значит, это такая... Это не причуда, это так надо. Сейчас я разверну корневую и вам покажу. Коробку не показываю. Значит, ну что? Так, манжурца он мне прислал. Королевского и академика. Вот представляете, вот о чем я мечтала. Манжурец, королевский и академик. Это самые лучшие абрикосы на сегодняшний день. И как не пытаются их, значит, подделывать, обманывают. Вот Валерий Константинович, да, папа Сергея, да, он говорит: Галин, я вот смотрю на листья, да, я уже понимаю, какой это, кто это. Ну, вот смотрите, тряпочка мокренькая, хорошо дошли. Ой, слава тебе, Господи. Сейчас мы их в прикопчик они у меня сейчас пойдут, я уже для них места приготовила. Смотрите, какая корневая, ребят. Вот она прививочка. Это вот королевский, корневая сумасшедшая. Вот уж, чтобы без обмана, смотрите. Вот. Шикарная прививка, корневая в шикарном состоянии, в хорошем очень. И вот 3 мощных абрикосовых дерева у меня будут жить теперь. А вот этот манжурец. Вот этот манжурец. У меня есть дикий манжурец, который из косточки выращен. А это вот, представляете, это сибиряк. В общем, 3 сибиряка ко мне приехало. Значит, сегодня что? Сегодня мы их сейчас прикопаем.
хорошенечко. И все, весной я уже места найду. Деревья очень крупные, значит, манжурец, он вообще огромный. У Валерия Константиновича во дворе манжурец, наверное, 30-метровый стоит, если не выше. Огромное дерево. Вот. Ну, академик тоже хорош. Королевский, про королевский говорить нечего. Все, вот манжурец, он не очень крупный, да, а вот эти оба, и академик, и королевский, во, ребят, вот такие, больше 100 граммов. Плоды мясистые, сладкие. Ну, вот все, собственно. Значит, что еще хочу сказать. Я под видео обязательно оставлю координаты. Наверное, лучше сайт, на котором у них есть каталог или каталог, как правильно. То есть у них не только абрикосы они выращивают. Они выращивают шикарный чернослив. Сливы у них, очень вкусная слива. Значит, персики они выращивают. Ну, в общем, зайдете, посмотрите, большой у них список, чего можно купить в этом хозяйстве, да, заказать. И вот сейчас самое время они начали рассылку. Абрикос сбросил лист. У меня вот в огороде, в моем, да, тоже абрикосовые деревья лист сбросили. Вот, и малыши, и взрослые уже. Поэтому вот они ко мне и доехали. Ну, все на этом. Пока, мои хорошие.